Секрет Скайрима, который просто-напросто сведет вас с ума. И связан он с магией. Всем привет, меня зовут Герой Ван, это мой канал Мистер Кэт. Секреты Скайрима продолжаются. Друзья, подписывайтесь на мою группу ВК, там можно предложить вашу новость, там разные альбомы и очень много Скайрима. Ссылочка внизу, подписывайся. Ну что, ребят, ну что, я чисто случайно узнал об этом секрете и просто охренел, ребята, просто офигел. Смотрите, мы сейчас на острове Солтхейм, недалеко от Вороньей скалы есть курган Кольбьорн. Здесь наши приключения и начинаются. Привет. Тебе что-нибудь нужно? Но только запомните, друзья, для прохождения данного квеста вам понадобится 11 тысяч золота. Помните это. Ну что ж, я вам не все артефакты буду показывать, которые здесь, а самые главные. Первый артефакт прячется вот здесь. И это кольцо некромантии. Между прочим, по этому кольцу у меня есть отдельное видео. Я очень советую вам посмотреть. Вы обалдеете. Оно просто сумасшедшее. Ссылочка внизу. Но нам нужно другое кольцо. По ходу прохождения данного квеста и данной локации вы попадете вот такой вот зал с такой вот головоломкой. И нам нужно открыть вот эту решетку. Вон наш артефакт. Смотрите, как это все проходится. Идем вот сюда. И быстро, быстро бежим. Сначала вот так. Теперь так. И дверь открылась, друзья. Забираем кольцо волшебства. Азидалово кольцо волшебства позволяет вам читать заклинания поджих и заморозка. Давайте посмотрим, что это такое. Одеваем. Разрушение. Поджих. Огненный шар поджигает цель, нанося 4 единицы урона в секунды в течение 15 секунд. Магия ученика. Цена 26. Ну, в принципе, какая-то слабенькая, да? И заморозка. Ледяной осколок наносит 21 урона холодом, здоровья и запасу сил. И замедляет цель на 15 секунд. Казалось бы, ничего такого особенного. Но, друзья, это самая сильная магия разрушения. Да, вот Ваня подтверждает, и сейчас я вам это докажу. Все буду показывать на легенде, друзья. Ну что ж, что же нужно прокачать? Разрушение. Разрушение у вас должно быть на соточке, если вы хотите получить максимальный баф. Огонь. Огонь на полную катушечку, друзья. Двойное. Двойное разрушение и ударная волна. Ну, конечно же, по затратам. По затратам у вас должен быть мастер. Мастер. И еще. Обязательно, друзья. Иллюзия на 50. Непонятно почему, но наука страха повышает урон от огня. Я серьезно. Едем дальше. Едем дальше. Что же у меня одето? Смотрите, азидал. Ну, азидал вы получаете в конце данной локации. Если, конечно, вы пройдете. Урон от огня увеличится на 25%. Единственный модификатор, который увеличивает. Увеличивает урон от огня, друзья. Дальше. Азидалово кольцо волшебства. Без него этой магии не будет. Перчатки, которые не добавляют. И одеяние мастера школы разрушения. Самое, что не есть, стандартное, друзья. Самое стандартное. Смотрим. Я буду сегодня сравнивать с магией разрушения. Это испепеление максимальное. Максимальное, которое наносит очень много направленного урона. Эксперт. Да? Ну, есть еще мастер. Ну, мы знаем, что это взрыв массовый. Это немножечко другое. Если вы хотите пуляться с максимально, это испепеление. И будем тестить с поджигом. Смотрите. Первое, что я буду использовать, это испепеление. Поехали. Сложность легенда. Также, друзья, я буду использовать талант черной книги. Это секрет волшебства. Данная локация, которую мы будем проходить, точнее, тут прошли, вы получаете черную книгу, и там будет секрет волшебства. Магия не тратится в течение 30 секунд. Окей. Да?
Да, только вы посмотрите, какие затраты. Затраты просто сумасшедшие, и вы обязательно должны использовать на 30 секунд, и тогда более комфортно. Потому что мана не тратится, и вы сможете нормально наносить урон. Но черт подери, одного сделали. Теперь пробуем второго. Должны успеть. Классно. Классно, когда мана не тратится. И все так просто. Ага, все. Эффект закончился. И, друзья, все. Все. Бейте с одной тычечки. Как говорится, они живы остались, а вы улетели в космос. Теперь давайте сравним с Поджигом. Теперь, друзья, на той же самой легенде мы опробуем нашу магию. Это Поджиг. Да, Поджиг. Ну что ж, привет. Во-первых, обратите внимание, какой мизерный затрат. Ну, потому что это новичок. Вы сможете пулять и пулять. Таким образом, станет. В принципе, да. Все, мана закончилась. Мы используем талант и продолжаем наносить урон. Но обратите внимание, они проседают. Проседают, великан уже все готов. Намного быстрее, чем мы использовали испепеление, друзья. Все, друзья. Вы понимаете, что эта магия накладывается друг на друга и наносит все больше и больший урон. Ребята, вы понимаете? Еще один невероятный тест сейчас вам покажу. И сейчас мы это проверим на самом мощном боссе, который только есть в The Elder Scrolls. И это Карстах на легенде. Смотрите, друзья. Вызываем его. Здесь есть одна лазейка, потому что если будем стоять возле него, просто умрем. Так, вот он появился, и первое, что мы будем использовать, это испепеление с нашим талантом, друзья. Вот, секрет волшебства. Сначала использовали, и поехали. Поехали за 30 секунд. Мы просто-напросто должны... По идее, должны этой мощной магией его уничтожить. Давай! Ага, все, начинается. Он начинает вызывать своих помощников. Уклоняться. Нет, дорогой, нет. Давай! Третью часть забрали жизней. И все, друзья. И все. Он сейчас будет медленно восстанавливать себе жизни, а вы бегать и думать, что же делать. Потому что если вы подойдете к нему, он просто-напросто вас размажет. Размажет, как не знаю кого. И ничего не сможете сделать, друзья. Магия Поджиг. Огненный шар поджигает цель, наносит 22 единицы урона в секунду. В течение 15 секунд. Магия. Уровня новичка. Урон 22. И мы ее опробуем на Карстаге. На сложности легенда. На самом мощном боссе в игре The Elder Scrolls. Особенно для легенды. Так, забрались. Теперь... Ага, вот он, малыш. Поехали. И начинаем наносить наш мизерный урон. Даже Ванечка смеется. Какой он мизерный. Ну как так? Как победить Карстага с таким вот уроном? Но, друзья, что мы видим? Его жизни, используем талант, начинают уменьшаться. И при том уменьшаться так прилично. Да ладно. Да ладно, уже половина жизни. Наш талант еще работает. Мы еще выстреливаем. Ванюша просто заливается от этого всего. И я, друзья, тоже просто офигеваю. Вы посмотрите, сколько жизни у Карстага осталось. Вы посмотрите. Все.
Все, друзья, мы получили дар, вызов Карстага добавлен. Теперь мы сможем использовать 3 раза Карстага, вызывать его на 120 секунд. Плюс камни душ и 10 эктоплазмы. 10, друзья. Друзья, я просто был в шоке, когда чисто случайно узнал о данном секрете. Никогда бы не подумал, что так разработчики спрячут максимально мощную магию. Это просто нечто. На этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, комментируйте, что вы думаете. Вы знали об этих кольцах? Вы думали, что вообще они имеют такой вот дар, друзья? Напишите ваше мнение в комментариях. Мне очень, очень, очень интересно будет. Ладненько, друзья. Счастья вам и пока.